ближе, ближе все подходим. Почему сидим, невеста и жених здесь? Ах, боже мой, как рад видеть вас в своем дворце. Недаром он зовется Люблино. Я забыл, я не представился. Николай Алексеевич Дурасов, отставной бригадир, кавалер ордена Святой Анны, хозяин Люблино и ваш покорнейший слуга. Ах, если бы вы знали, как я рад видеть вас. Недаром Амур пронзает чье-то сердце, раз, видимо, небеса хотят соединить, устроить этот союз. Ну что ж, дорогие мои, я прошу вас пройти ко мне во дворец. А помогут гостям мои уважаемые сестры Аграфена и Екатерина. Екатерина, почему так тихо? Неужели ты не рада? Прошу вас, мои дорогие, пройти со мной. Этот круглый зал вы еще успеете посетить. У нас есть волшебное место, центр этого зала, но о нем я вам расскажу чуть позже. А сейчас пройдем наверх для подготовки церемонии бракосочетания. Прошу вас. Ваше время. Поэтому так живем. Места много, кондиционеров нет. Так, прошу вас. Осторожнее. Будущего супруга. Да. На эти все паспорт нужно будет вам поменять в течение месяца. Место жительства и паспортные данные. Вопрос с вами. А, как ты не готова к этому слову, да, наверное? Почему? Возможно. Можете ручками поцеловать. А так поцеловать не будет? Да, конечно. Здесь импровизируйте, как хотите. Поправить что-то, выделиться, да. Теперь жених подходит и обнимает. Даже. Как так? Да. Как обычно делается. Смотрим через зеркало в камеру. Через зеркало смотрим в камеру. А теперь реально оборачиваемся в камеру. И целуемся. Оборачиваемся. Угу. Николай Алексеевич. Здравствуйте, мои дорогие, здравствуйте. Повернитесь, пожалуйста, туда и посмотрите, улыбнитесь. Прошу вас. Прошу вас, мои дорогие. Как рад я видеть вас. Это наш Аполлон, который называется Бенедерский. Mm-hmm.
так? Да, и вместе чуть в сторону окна разъедутся. Можно ей что-нибудь на ушко шепнуть? И друг на друга посмотреть? Не надо смотреть. Господа, в жизни каждого человека происходит множество радостных событий. И уж точно, любой из вас хотя бы раз мечтал побывать на церемонии бракосочетания. Сегодня день торжественного события наступил. Наши герои – влюбленная пара. Для своего торжества они выбрали одно из самых загадочных и красивых мест Москвы – усадьбу Николая Алексеевича Дурасова. В зале тишина, идут минуты, ваши сердца звучат в такт секундам. Одна, две. В эти самые минуты с надеждой на счастье вы, Яков и Евгения, открываете новую страницу вашей жизни. Под сводами этого зала рождается ваша семья. Сегодня вы впервые скажете друг другу «мой муж, моя жена». Но прежде, чем объявить вас супругами, соблюдая законодательство Российской Федерации, я прошу вас дать ответ. Готовы ли вы окружить друг друга вниманием и заботой, нежностью и теплом? Идти по жизни вместе. Прошу ответить вас, жених. Да. Ваш ответ, невеста? Да. Ваше взаимное согласие дает мне право брак зарегистрировать. Приглашаю. Поставить подписи в записи акта о заключении брака. Субтитры сделал DimaTorzok.
государственный документ, свидетельство о заключении брака, хочу пожелать. Храните его, а вашу любовь усыпляйте. И сейчас я передаю слово Николаю Алексеевичу Дурасову. Благодарю вас. Позвольте. Позвольте, господа. Ну что ж, дорогие мои, я поздравляю вас с этим счастливым днем и желаю вам, чтобы вся ваша жизнь была такой же счастливой, как этот день. Поздравляю от души. А теперь позвольте за честь для всех и для вас, дорогие гости, праздничную грамоту поздравления. Сегодня, 17 июля 2010 года, в 12 часов во дворце усадьбы Люблино по обоюдному согласию женится отрок Яков на девице Евгении. От своего произволения намерением добрым, а не принужденным, имеет на то крепкую мысль и усердное желание. Между собою они не состоят ни в родстве, ни в племени, ни в кумовстве, ни в крестном братстве. Они находятся ни в престарелых летах и в совершенном уме. Не беглые люди, нет? Муж обязан любить свою жену, жить с нею в согласии, уважать, защищать, извинять ее недостатки и облегчать ее немощи. Жена обязана повиноваться мужу, как главе семейства, пребывать к нему в любви и неограниченном послушании, оказывать ему всяческое уважение и привязанность, как хозяйка дома. Если вступающий в брак или поручик их действительный статский советник, бригадир Николай Алексеевич Дурасов, и сестра его, генерал-лейтенантша Аграфена Алексеевна Дурасова, что показали ложно или что утаили, за ту ложную сказку будут наказаны согласно закону. Дорогие мои, я поздравляю вас от всего сердца. Поздравляю, прошу вас, позвольте вашу ручку. Поздравляю. Счастья вам и любви. Прошу вас. Уважаемые гости, сегодня на ваших глазах родилась еще одна семья. И я приглашаю вас присоединиться и поздравить супругов. Ну, мужик. Давай. Надолго не хватит.